Доброго ранку, ви дивитесь програму «Ранок на Алтаві». Сьогодні, нагадую, п'ятниця, 5 травня. Продовжуємо серію цікавих зустрічей в нашому прямому ефірі. А наступна тема, про яку будемо говорити, це хореографія. Шановні друзі, до нашої студії ми запросили. Отож, зараз вже бачите на нашому екрані, на вашому екрані, Ірина Ніколаєва, директор відкритого молодіжного турніру хореографічного мистецтва «The Star Stage», засновник, керівник і, можна сказати, мама. Можна. І мама танцювальної сім'ї «Спіріт». Вітаю вас. Добре утро. Наталія Щербина, співорганізатор відповідно турніру хореографічного мистецтва «The Star Stage». А тут уже мама учасниці танцювальної сім'ї «Спіріт». Вітаю вас. Добре утро. І Марина Янчук, також співорганізатор відповідно турніру «The Star Stage» і тренер танцювальної сім'ї «Спіріт». Вітаю вас. Ну що ж, є у нас можливість поговорити про це, я так розумію, дійсно непересічна подія відповідно для, зокрема, нашого обласного центру, турнір хореографічного мистецтва «The Star Stage», який відбувся минулої суботи, так, так, у Полтаві, 29 квітня ще. Ось, розкажіть мені, будь ласка, більш докладніше, ну, власне, ми таки з вас почнемо, Іра. Що за турнір, відповідно? В чому його основна особливість? Як зараз модно говорити, в чому фішка турніру? Ну, самая главная фишка турнира – это то, что вся танцевальная семья «Спирит», весь наш коллектив принимал активное участие в организации этого мероприятия. Родители выступали спонсорами, родители выступали вместе со старшими детками, организаторами непосредственно в день турнира. А я думал, на сцене выступали. Да, малыши наши выступали на сцене со старшими. Все абсолютно участвовали в организации этого большого мероприятия, за что огромное спасибо всем нашим детям и нашим родителям. Турнир получился очень успешным. Много українських команд з різних городов приїхало к нам. Які були представлені? Хто звідки? Одеса, приїхала? Була у нас Київ, Черкаси, Харків, Чутова, Полтавська область, там в большом количестве. Да, Харківська область, Харков. Краснопавловка, от сейчас что помню. А взагалі пам'ятаєте, коллектив? Скільки от колективів приїхало? Колективов сколько нет, но участников около 700. 700 да, участников? Да. Ничего себе. А сколько же тривав сам турнир по тривалости? Тобто... Целый день, с утра до вечера. Еще вечером у нас в рамках турнира прошел мастер-класс от одного из членов жюри, двухчасовой мастер-класс. Очень много было участников на этом мероприятии. Да, целый день. Танцювальне шоу просто, такое. Мені просто важко уявити собі навіть цілий день. Ну, зрозуміло, що діти там виступають, вони, ну, в різних там категоріях, да, журі, організатори. Це, як то кажуть, у вас, мабуть, такий турнір розпочався ще з вечора до цього, да? І... Ну, у нас турнір почався ще з января місяця. А, ну, так, Давид, давайте, да, відкриватись. Да, почали ми підготовку з января місяця, для нас він почався іменно тоді. А іменно в день мероприятия ми відкрились в 8 утра. Уже начали встречать наших гостей, регистрировать их. И, ну, собственно, закончили мы. Последняя команда ушла от нас, да. Ну, вот чуть позже, чем 7 часов вечера, немножко затянулся. До 8 был мастер-класс? До 8 был мастер-класс. После 8. Вот, и они уехали. У нас, получается, те коллективы, которые приехали на турнир, они приехали не только выступить и получить какие-то призовые места, еще и побывать на мастер-классе от Тимура Карпинского. Это харьковский хореограф, очень хороший. 2 часа оттанцевали после целого дня. Ну, там, конечно, тоже энергии у всех деток и у тренеров. Эмоции. Да, просто я не знаю, откуда они берут, черпают эту энергию. Молодцы. То есть они отбыли весь день турнира вместе с нами, тоже были в зале, выступали на сцене. Это же волнение, пока последние там старшие детки своего коллектива, да, они получат там награждение, они пройдут. Это же все равно все волнение. И после этого тренера взяли еще своих деток и повели их на мастер-класс. То есть вот где-то... Да, ну с 8 до 8 до начала 9. А щодо вікових категорій, які там були? Возрастні категорії були самые разные, начиная с деток 3-4 годика. И самые старшие это 19 и дальше, и взрослые. То есть вообще мы могли увидеть настолько разный возраст, разное развитие, разный уровень хореографов, танцоров, постановок. То есть вот как раз мы и пошли с самых маленьких и дальше до самых профессионалов. Вот. Поэтому, да, совершенно разные дети и взрослые были на этом турнире. А какие напрямки, есть какие-то были стилистичные, как то кажут, рамки, что выступаем были, только в цих напрямках? Да, ну вот мы взяли
в основном современное направление. Это современная хореография, это контемп, это стрит-дэнс-шоу, это те стили, которые, в которых мы сильны, так, наш танцевальный современный спирит. Это хип-хоп, это джаз-фанк. Новые стили также были представлены. Это дэнс-холл, это тверк, девчонки танцевали. Так, почекайте, тверк, это... Ага, да. Было такое, да. Да, я себе ролики с Ютуба, да. Нет, ну да, это на самом деле тоже танец, поэтому... И его представили. Только одна команда, но представили в своем стиле, но они это очень замечательно. И была еще такая категория, как свободная танцевальная, то есть это вообще, то есть чего душа желает, что поставили, и, пожалуйста, будем рады видеть. Вот, ну, упорно современное шоу. Вот, эстрада современная. Вот так. Так, ну добре, а які переможці, щодо переможців, все ж таки, танцювальна сім'я «Спіріт», як виступила? У нас много первых мест, там много групп. Давайте да. Уже, кажи, да, ну все ж таки. Да. В каждой номинации, в каждой возрастной категории были свои первые места, вторые, третьи и так далее. И самый главный это кубок гран-при всего турнира, лучшая команда всего турнира, это Skyline Dance School, полтавский наш коллектив. Большие молодцы, выступили замечательно во всех категориях, во всех возрастных, во всех сольных или групповых танцах. Так що журі присудило їм перше місце, саме вищу награду турніру. Так, зрозуміло. Ну, давайте ще повернемося обов'язково до розмови, але, як то кажуть, ми зараз говоримо про пісню, да, а її не чуємо. Угу. Давайте зараз подивимося, буквально трішки-трішки є невеличкий відеосюжет щодо того, як все відбувалося. Прошу режисерів показати. When you blow my flute, I make her come harder. Spitting my poison to your eyes, snake charmer. Try to hypnotize and supersize and play the punch and form a cobra. Coming out of the basket. Хореографічного мистецтва The Star Stage. Щойно побачили, відповідно, декілька кадрів з того, що відбувалося. І майстер-класи, так зрозуміло, це також був. Ну, чесно скажу, сучасна хореографія, вона, ну, як на мене, да, вона вражаюча, вона різноманітна, скажімо так. Мені здається, от я як не хореограф, це так, з погляд з боку. Взагалі не можна вмістити якісь певні рамки, от сучасну хореографію. Не можна сказати, там, от, танцювати там, там, з народною хореографією, там все зрозуміло, да? Там є певні якісь рухи. Знову ж таки, при підготовці ви вигадуєте, відповідно, нові танці, да? Де черпати ідеї? От все нові, нові, нові. Є якісь, скажімо так, не знаю, гуру, на яких ви там рівняєтесь, чи якісь міжнародні тренди в цьому напрямку? Чи все ж таки це, не знаю, як у кожного там, не знаю, у поета чи письменника, от виникла ідея, чи все? От хочеться саме зсередини почути. Очень-очень много мастер-класів, много хореографів, які дають нові ветвлення какие-то в стилістиці, в направленнях. Очень много у кого можно поучиться. Так назвать сейчас одного-двух человек – это невозможно. Их очень много. За рубежом, в России, в Киеве у нас очень много талантливых. Вот в Харькове непосредственно тот парень, которого мы приглашали к себе на турнир. Но также тренер должен, конечно, развиваться, ездить, учиться, что-то получать, какие-то знания, но также он должен вдохновляться тем, что происходит рядышком, своими там, детьми, учениками, природой, воздухом, какими-то людьми, общением. Все дает толчок на развитие какой-то новой хореографии, нового номера, постановки.
Про танцювальний сім'ї. Це я про себе говорю. Я зрозумів, ну, звісно, да. Танцювальний сім'ї спіріт. Скільки зараз учасників? Много, ну, теж ми так не підсчитували, около 200. У нас ще в районі Великої Багачки 7 років уже нашому колективчику. Ну, как бы маленький. Ну, ви так говорите, да, 200 ще колективчик. Філіал, да. І основна маса народу в Полтаві. Много нас. Разные группы возрастные. Подготовительная, младшая, средняя, старшая. Вот старшая, представитель старшей группы у нас Марина сегодня. Она уже соорганизатор турнира у нас. И педагог самых маленьких деток. Щодо по статям, як? От кажуть, що хлопці не танцюють. Як у вас? Танцюють, звісно. Може, не в тому количестве, як дівчатки, але танцюють. От у нас в младшій групі, да, мабуть, більше мальчиків, то там вони тянуть іменно... Є іноді такі рухання, які хочеться поставити. Ілі тільки мальчикам, ілі тільки дівчатам. Це фішка. Да, мальчики, трюки. У нас трюкачі дуже класні, тому на них держиться так... Хороший кусок младшої групи нашої постановки. Ну, мабуть, таки хочуть все ж таки там хіп-хоп, да, щось танцювати, якісь сучасні напрямки. Подивилися там у кліпах різноманітних, да? Так, звісно. Іноді парні дають фору дівчонкам, вони навіть здорово танцюють. Ну, чесно кажучи, да, коли до нас приходять хореографи, вони завжди говорять, от нам би хлопців, у вас такої проблеми немає. Ну, тільки в старшій групі у нас один мальчик. Да, нам би старший. Але соліст. Соліст, йому добре. Да, він це хорошо чувствує. Всегда говориш, йому хорошо в женському колективі. І все ж таки, якщо взяти світову тенденцію, повертаючись до минулого запитання, хто зараз задає тон от сучасній хореографії? Можна назвати, не знаю, якісь країни, де от просто вони от рушійна така сила? Ну, Америка, як завжди. Америка і почала цю тенденцію хіп-хопа. Вообще оттуда и началось все развитие. И Америка сейчас очень сильно сильными танцорами хвалится. А я думаю, многие сейчас видят видеозаписи там в социальных сетях, ВКонтакте, на Ютубе. Популярностью большой пользуется Royal Family. Ну, то есть там такие огромные постановки, там, во-первых, количество людей нереальное. Всегда очень классно выглядит массовый номер. Когда он массовый, синхронный, очень круто смотрится. И там, ну, там очень-очень крутые танцы. Один организм работает. Вообще, да. Ну, как-то, конечно, достигнуть вот такого уровня. А щодо танців, от знову ж таки, там згадували тверк, там ще кілька таких, ну, для мене нових, скажімо так. Да, денс-хол. Коли взагалі от такі от, це, я так розумію, ось буквально нещодавно, да, такі от тенденція щодо популярності? Так, нам вона недавно дійшла. Ну, давайте розкривати ці карти, да, ну, як то кажуть. Ну, от, к сожалению, да, у нас так постепенно воно доходить, там, начало Америка, потім Європа, потім уже к нам, у страны СНГ, ну, так потихонечку, тюк-тюк-тюк, доходить, дошло, наконец-то, до наших стран теж, от, ближайших. Дэнс-холл, тверк — это... А в чем особливість дэнс-холла? Дэнс-холл — это танец, вообще, который пришел к нам из Ямайки. Это танец, вот как на мастер-классах объясняют людям. Вы должны расслабиться. Вы должны представить, что вы там на берегу океана, солнышко светит. Вот это танец такой расслабленный, такие движения плавные. Вот, можно сказать, танец отдых, танец, не знаю, кайф. Вот ты вот думаешь, что все хорошо. И вот с этой мыслью ты должен донести это то же самое до зрителя. А потом уже, ну и в него там иногда вставляют элементы из творка, но это уже другая история. Та ні, ну, думаю, творку, да, це взагалі дійсно інша історія. Зовсім, я б сказав, інша історія. При підготовці, зокрема, і танцювальний сім'ю «Спіріт», я знаю, як ви танцюєте, як виступаєте, звісно ж таки, згадували вже чимало акробатичних елементів у ваших виступах є. У вас є якась окрема, не знаю, фізична підготовка? От це займаємося хореографією, а тут, не знаю, там, в тренажерному залі. Розкажіть, будь ласка. Тренажерном зале мы не занимаемся. Ну, я просто, не, да, ну, але... Хотя идея очень классная, надо ее рассмотреть. Не, просто цікаво, не, просто цікаво, реально. Тобто... Отдельно, помимо хореографии, у нас есть обязательно, ну как, обязательно, конечно, нужно для того, чтобы привозить первые места, должна присутствовать акробатика в номере. Детки наши еще занимаются акробатикой с отдельным тренером в отдельные часы, то есть, да, дополняется. А скільки взагалі от займають тренування на тиждень, от щоб досягати такого рівня, да, там, не знаю, гран-прі вигравати на різних конкурсах, то це займатися кожного дня потрібно? Надо, як... да.
Но мы нет. Лучше 3 раза в неделю по часу. Это если младшую взять в группу. 3 раза по часу у них занятия у меня. И 2 раза у них в неделю акробатика, тоже по часу. А если мы едем на какой-то конкурс, то это дополнительные тренировки. Помимо всего этого, еще дополнительные тренировки. 5 днів на тиждень, значит, выходит. А на конкурсе мы ездим часто. Это я вам как мама говорю. Значит, 7 днів на тиждень выходит. Ну, получается, да. Бывает в день 2 занятия. Или 2-часовая мы совмещаем. 2 занятия в одно. И дети с 3-4 років приходят заниматься? Ну, с 3-4 мы не берем еще на конкурсы. Нет, это уже постарше, это с 12. Ага, а я зрозумію. Тобто я собі навіть уявив, так 3-4 для того, роки, щоб досягати якихось результатів, для того, щоб бути першими на конкурсах, а ми завжди перші, ми не звикли бути вторими. Поэтому треба займатися, треба працювати, не лінитися, не нить в залі. Діти. Це ви до кого звертаєтеся, мабуть, тоді, да? Це до кого звертаєтеся, да? Так, для дітей. Ні, ну, бувають різні ситуації, звісно, але тим не менше. Ще, все ж таки, повертаючись до The Star Stage, чимало, можна згадати, конкурсів, турнірів в Україні є. Ви все ж таки вирішили створити власний турнір, да. Чому сам, от, ну, запитання таке до вас. Чому б не їздити просто десь вигравати перші місця, просто себе показувати? Ну, во-первых, есть знания, как провести турнир. Потому что очень много, как мы уже сказали, мы путешествовали, мы всю эту кухню знаем изнутри. Знаем, как организовать, знаем, как провести, как сделать, убрать минусы, которые были на других фестивалях, турнирах, и максимально сделать положительные такие хорошие условия для принятия в нашем родном городе других коллективов. Во-вторых, познакомить, конечно, очень многие. Вот, например, Одесса приезжала с круглыми глазами. Боже, в первый раз в Полтаве мы не знали, что у вас такая красота, мы не знали, где, что Белая беседка есть, что есть Мазепы, памятник, что-то есть. Мы показали, организовали, кроме турнира, мы организовали людям еще экскурсию по городу. Познакомили с нашим чудесным городом. Тоже большой плюс, я так считаю. Ну и, конечно, полтавские коллективы между собой очень редко соревнуются. И мы, опять же, сделали условия для того, чтобы они посоревновались между собой. Ездить на другие турниры, там, привозить первые места, это одно. А вот между собой показать, кто в Полтаве лучше, это, конечно, было очень интересно. И Skyline, молодцы, еще раз скажу, взяли 1-е место и доказали всем, что они в Полтаве сейчас круче всех. А я про Одессу еще 2 слова. Так. Они, конечно, молодцы. Они подошли к этому вопросу очень серьезно. Они приехали на 2 суток. Ну, все-таки это, как ни крути, а финансовый вопрос, ну, серьезно стоит у всех. Привезли большое количество деток, приехали на 2 суток. То есть 29-го отвыступали, там забрали много-много всяких различных призов и дипломов. И на 2-й день экскурсия по городу, там 1 000 000 фотографий у них на страницах выложены, довольные лица, счастливые, позитива набрались очень много, отписали нам, спасибо, что позвали, обещали приехать в следующий раз, теперь нужно их сказать им, чтобы они привезли еще коллективов 20 из Одессы. Так, я довольна поездкой, приездом одесситов сюда, к нам в Полтаву. Это очень здорово, когда люди от нас уезжают на вот таком позитиве, с такими эмоциями, это очень приятно. Добре, ви вже згадали, що Одеса вам сподобалася. Ще, на власний погляд, от, хто вам ось так от... Я не хочу обратить внимание только на то, що мені Одеса понравилась. Нет, речь о том, що от вони так подошли, серйозно, з целью не просто побувати на турнірі, а ще й познайомитися з городом. Собственно, этот, вот, одну із цих целей ми преследовали, коли організовували це мероприятие. Щоб як можна більше городів приїхало к нам, ті, які ще не бували в Полтаві, познайомились з Полтавою. Вона весенняя, вона красива, вона така, ну, доброжелательна ко всем, кто приезжает к ней в гости. Поэтому с Полтавой нужно знакомить. Мало ездить только в Харьков, в Киев, даже в ту же Одессу. Нужно приезжать еще и к нам. Вот, собственно, одна из целей нашего мероприятия была. Помимо того, чтобы собрать вокруг себя танцоров, еще и... Але все ж таки, вы подивилися на выступы коллективов из інших мест. Да все они были классные. Я тоже, вот как вы, я к хореографии имею очень косвенное отношение. Я же вас и пытаю, разумеете? Я вас и пытаю, да. Коллективы классные. Коллектив вы, начиная от малышат, они вообще такие забавные. Ну, то есть это рисковые тренера, которые выставляют вот таких махоньких 3-4 года. Их вообще до кучи очень сложно собрать. Они кто куда, как те цыплята. Как, ну, тренера, конечно, молодцы в этом плане.
все здоровские. Чутовский коллектив какой Чутова. Классный. Они вообще приехали да, первого. Вообще. Нет, Чутова это да. Грация. Не-не, Let's Dance? Dance? Да. Ой, я уже пере... А, нет, только Быляки, извините. Они вообще приехали, по-моему, тут чуть ли не в первый раз. Может, с этой группой, я так поняла, вообще на конкурсы. Кременчук, Непоседы, тоже шикарные. Ну, все, кто приехал, абсолютно, ну, не было слабых коллективов. Вот такие какие-то молодцы, так здорово собрались. Очень здорово. Там вот смотришь на видео, и взгляд невозможно оторвать. Смотришь, смотрел бы и смотрел бы. На уровне, очень на уровне. Да, мы принимали участие со старшей группой тоже, как бы, нужно представить танцевальную нашу семью тоже. И вот мы с одной девочкой со старшей группы, мы стояли, мы ездили на много, очень-очень много конкурсов, турниров, и вот если там, ну, не буду врать, но было такое чувство, когда стоишь и знаешь, вот, ну, смотришь и думаешь, да, наверное, первая все-таки будет. А тут, представьте себе, в Полтаве стоим за кулисами, нервничаем настолько и думаем, да хоть бы на второе вытанцевать. Ну, первое это, было одно там первое местечко. Но на самом деле очень-очень было так волнительно и страшно. Может, поэтому и собрались в два раза так жестче выложились, вот. Но вот это было удивительно, очень удивительно, когда ты едешь в другой город на фестиваль, и там ты, ну, спокойно, скажем так, выступаешь. А здесь было очень... Ой, очень страшно. Лучше дома. Ну, мы же и вне конкурса шли, Ирина Александровна. Наш коллектив, да. В связи с тем, что руководитель коллектива еще и выступал директором фестиваля, наш коллектив шел вне конкурса. Ну, дабы быть честным перед всеми остальными участниками, то, ну, тем не менее, да, действительно, волнительно. Дома всегда ответственнее принимать гостей. Конечно, ты уже как хозяином себя чувствуешь. Ну, це, звісно ж, заслуга організатора, відповідно. Організувати такий рівень професіоналів запросити, щоб дійсно було це саме хвилювання, про яке ви зараз говорила. Я так розумію, що наступний The Star Stage варто чекати уже коли? Ну, посмотрим. Ні, просто ви таким піднесенням говорите, що все треба. Буде однозначно, ми утвердительно це говоримо, що буде наступний турнір, коли ще ми не знаємо, але буде. Обов'язково чекайте. Добре, давайте на цій оптимістичній ноті завершимо нашу розмову. Нехай буде, обов'язково. Я вам бажаю, щоб ще більше приїхало учасників, відповідно, хотілося навіть в географічному плані. Тобто більше міст, щоб було представлено, я думаю, що ви впораєтеся. Обов'язково. Я дякую вам за те, що завітали до нашої ранкової студії. Вдалого вам дня, ну і, звісно ж, успіхів обов'язково в реалізації ваших проєктів. Я нагадую, шановні друзі, що в нашій студії були Ірина Ніколаєва, директор відкритого молодіжного турніру хореографічного мистецтва The Star Stage, засновник і керівник танцювальної сім'ї Spirit, Наталія Щербина, співорганізатор відкритого молодіжного турніру хореографічного мистецтва The Star Stage, мама-учасниця танцювальної сім'ї Spirit, і Марина Янчук, також співорганізатор The Star Stage і тренер танцювальної сім'ї Spirit. До наступних зустрічей!